Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, и сегодня с вами Journey to the Savage Planet, путешествие на дикую планету. В этой игре нам придется встретиться с необычными жителями планеты, на которые нас сбросили играть в компанию. Сбросили, можно сказать, предумышленно, хрен его знает, как нас сбросили. Игра на Unreal Engine, и там все типа красиво, все типа мягко, плавно и здорово. Ты прям видишь сейчас по загрузке, по моей веб-камере, как меня дергает во все стороны, очень громко сейчас стало. Никаких настроек в начале игры не было, поэтому звук я, естественно, сейчас еще не настроил. Старт с Земли в Destination Error. Мы улетели, короче, в хрен знает какое хуево-кукуево, и будем сейчас разбираться со всем этим делом-то. Да, опа. Мы такие спокойно спустились. Ого, дикая какая чувствительность. Давай мы настроим. Есть настройка-то? Что такое? А, вот параметры. Видео. Пусть будет... Ладно, пусть будет как есть, так и остается. А вот по поводу управления, конечно, чувствительность... А просто общая чувствительность есть у нас, нет? Давай в 0.6 и там поставим выбор. Можно назад уйти? Эй, назад. Эй! А где вертикальная синхронизация-то? Блин, мужик, я тебя не слушаю, честно. А, вот, вертикальная синхронизация. А, F применить. Что-то от нее не легче стало, на самом деле. Ну ладно. Проседает чуть аж в 30 FPS, ну. Ты чего чудишь-то? Тебе досталось... Блин, ну чувствительность здесь, конечно, лютая просто. Вот по вертикали бы, конечно, прибавить, а вот по горизонтали оставить на месте. Управление по вертикали. По вертикали вот так вот. Помощь прицеливания не нужна мне. Ой. Движение на... У меня такое чувство, вот я, блин, вообще двумя мышками играю. Дикая какая-то хрень. А, и давай видео, короче, уберем. Знаешь что? Вот это вот я уберу, качество текстур. Я нажимаю применить. А тут какая-то лютая хрень, в 40 FPS заходит. Ладно. Что нужно нажать-то? Куда нажимать? Что нужно сделать? Что-то стоящее. Что делать? Что в этой игре нужно? Что от меня требуется, в конце концов? Имейте совесть, объясните мне, пожалуйста. Который можно будет переработать в топливо. Остановка видео. Давай мы не будем смотреть. Добро пожаловать, меня зовут Ико, и я буду помогать тебе в твоих заданиях, но... Сперва, пожалуйста, зайди в компьютер, пройди краткий опрос, если тебе не сложно, чтобы мы увидели, что у тебя с головой все в порядке. И с головой все не в порядке. Подайте сочное блюдо. А, гроб — единственная еда во вселенной, которая вкус полностью соответствует названию. А, где еда-то? Так, сохранение прыгает. Вот сейчас в 60 FPS стабильно идет. Я не понимаю, почему оно так все время прыгает, это FPS-ка, ну ладно. Блин, как много всего происходит-то в этой игре. Ёлки зеленые, что такое-то? Новый отчет, окей. Кажется, у тебя получилось хорошая работа, согласно твоему контракту, но поощрение для действующих сотрудников Киндреда тебе предписывается регулярно отправлять отчет о задании. Давай начнем. Начать. Одна из этих картин — твоя фото. Какая именно? Вот эта собака красивая очень. Спасибо, хорошо, что у тебя еще не поехала крыша. Продолжить. Спасибо за уделенное время, следователь такой-то, это конец отчета. Пожалуйста, нажмите кнопку «Отправить», чтобы отправить свои ответы в центр обработки данных Киндред. Наслаждайтесь путешествиями, когда не умирай. Хорошо. Сообщение. Добро пожаловать от Киндред. Понятно. Не будем эту всю ерунду читать. Видео мы тоже читать не будем, смотреть не будем. Ну... О, блин, смотри, прикольно. Видео снято нормально. My name is Martin Tweed, president and CEO of Kindred... Выйти. Назад. Погнали вниз. Спустись, пожалуйста, по лестнице. Используй телепорт. Все, я не хочу даже слушать, смотреть, ничего. П
5 секунд. Так вот, я немножечко отвлекся, и поэтому давайте мы посмотрим, что же все-таки нужно здесь происходить. Нажмите Z, чтобы показать текущие цели, протокол посадки, ник роботов-дронов, которые помогут осуществлять разовую разведку окружающего мира. Еще, да, еще я вот что заметил, я ору, очень громко ору, и я понимаю, что... Колонки? Нет, не колонки, наушники, ТВ, не знаю, что такое. Общая громкость, давай в 70. Выйдем и выйдем. Да, вот так вот, наверное, будет нормально. Для показа текущей цели запусти картографы. Куда их запускать-то? Что делать с этими картографами? Использовать телепорт. Бежать нужно вот сюда, наверное, да? Взаимодействовать. Что происходит? Правильно, ударь посильнее. А, вообще, игрушка прикольная, почему-то мне напоминает сейчас Subnautica. Она очень, наверное, похожа на Subnautica Zero, которая, типа, так как и не вышла, по-моему, она что-то как-то не очень хорошо пошла, по-моему. Если я не ошибаюсь, может, она и вышла, но что-то она не очень популярная. Дротик довольно сильно удачно. Я не успеваю за этой игрой, вообще трындец, как все. Я хочу вроде поговорить, и вроде как бы хочется и рассказать, и вроде что-то непонятно. Не забывай постоянно сканировать все, что видишь вокруг камеры, что-то там это, в штаб-квартиру Кинтрет, они пришлют тебе чертежи всяких крутых взять. Инвентарь полный, приманки. Чего? Ух, прикольно. Ой, бля. Леща можно отвесить. Привет. Ну-ну. Прикольненько. Хе-хе. Что-то высыпалось. Эй, только глянь, тебе дался этот циркулирот. Повезло тебе. Рукопашная. Ого, ну и мясистая тварь. Только взгляни, найти классные полезности, углерод. Короче, можно лещей всем раздавать, и будет мне счастье, да? Я так понимаю. Эй, возьмешь? Нет? Вот это вот ерунда. Очень, наверное, полезная. Ну, если бы... Блин, верить этой игре. Ой! Ты чё, здорово? Нажмите Е, чтобы ударить или пнуть. Удерживай... Пуф! Неплохо. Что это такое? Непонятно. Для прицеливания... О! Это они все туда сбегутся, и все. И что дальше? Не стану врать, мне как-то не по себе. Они такие милые, такие сочные. На тебе, елки-палки. Я не знаю, зачем я этих милых зверушек бью. Ну, типа, они никому плохого ничего не сделали, а я их убиваю просто-напросто. Разрываю вообще в ничто просто. Но, в целом, как бы, куда я выбегаю? Опять на свое место, откуда я выбежал. Что здесь нужно сделать? Здесь я что, я не могу туда пройти? И чё? И? Так. Непонятно. Мне ничего не понятно, но мы сейчас справимся с этим. Блин, да не надо туда... Инвентарь полный. Ребят! Ой, ёлки-палки, ты чё дерёшься-то, дурак? Иди сюда. Ты бодаться умеешь? Беги вон туда. Эй, дура. Беги туда, вон, вот туда, вот. Беги. Смотри, там вкусняшка какая. Сука такая поганая, ну. Просканируй дротик, чтобы определить повреждение. Палаток просканировано. Так, ладно, я далеко, наверное, пошел с самого начала, поэтому вернемся обратно. Будем сканировать дротик и будем развлекаться тут. Пока не поздно. Ой, пока это. Пока рано нам уходить отсюда. Просканируй дротик. Я сканирую дротик, а дальше-то что мне с этим дротиком делать? Он же, блин, сломался.
Закладок просканирован. А чем я сканировать? Чем я должен сканировать? Тап. О. Сканировать. Блин. Два повреждения. А повреждено посадочное шасси. Понятно. Туда и обратно. Новое задание. Просмотр журнала Джей. Блин, как нажимать? Джей. А, протокол посадки. Неполадок просканировано. Задание отслеживается. Станет отслеживание. Так, ну нет, мне... Стоп, я же отсканировал уже. Все, Джей нужно. Я разве только два отсканировал? Ну не может быть такого. А, там вон еще одно. Эта машина удаляет твое тело в исходной точке и что-то там. Так, я не пойму, и чё? Может быть нужно... А, вот здесь вот наверняка что-то просканировать еще нужно, да? Да. Посканируй отсутствующую панель. Непонятно, что это такое. Ух ты ж, ёлки-па... А ты как тут оказалась-то, мне интересно знать. А, ну, давай просканируем тебя еще. Да, вот и наш пропавший панель. Отлично, на будущее. Можешь ориентироваться с помощью функции исследования. Хорошо, я буду знать. Завершено. Протокол посадки. Отделишься часть корпуса дороги. Когда-нибудь мы захотим опять взлететь. Да я бы сейчас прям взлетел и улетел. О, картограф и наш непонятный сплав, который мы, возможно, могли бы использовать для отремонтировать корабль. Дай-ка я отмечу место на карте. Время ремонта, просмотр журнала. Так. А я через него пройти не могу никак. Он это. Он очень тюрьт это. Сканировать. Очень не кстати расположены кристаллический барьер. Можно все, что положил достаточно силы. Создай пистолет. На борту. На каком борту? Им ничего, идти обратно, что ли? Ну, блин, можно, блин, это... Блин. Это... Можно как-нибудь здесь это все делать? А, то есть мне нужно идти обратно. Понимаю правильно, да? А, здоровье здесь измеряется в полосочках, которые... На борту дротика, правильно же ведь? Я правильно понимаю это? Да, на борт дротика мне нужно попасть... А... так. Иди здесь мне нужно. Опа. 3D принтер. Оружие. Пистолет. Печать. Ого. Пистолет кочевник. Продолжить. У тебя есть оружие, самая важная вещь для любого колонизатора. О, а это что такое? Недостаточно кумулятивный выстрел. Накопи заряд пистолета для сверхмощного кумулятивного выстрела. Когда оружие полностью заряжено, нажми Р. Отлично. Погнали. Не хочу я видео никакие смотреть, я хочу играть. Я хочу полностью погрузиться в эту игру прекрасную и играть. У меня теперь есть пистолет. Температура окружающей среды 45 градусов. Что-то она еще сказала, я не понял. Фью. О, прикольно, она разлетается. Сохрани профиль, сохрани прогресса компании. О. Так, стоять, она что, не заряжается? Заряжается. Круто, она бесконечная получается, правильно? А ничего из нее не выпадает, что ли? Ну, елки зеленые, как же так-то? А можно по ней забраться куда-нибудь, нет? Почему так грустно? Так, и что дальше? Что дальше? Что? А, хрупкий... А! Мне нужно было ее просканировать. Очень, кстати, расположенный крест. Так, ну я прошел. Дальше-то что? Чтобы перезарядиться, нажми... Я сделал все, что необходимо. Зачем мне еще что-то нужно сделать? А, задание. Журнал. Пробей путь из ледяных пещер огнем и мечом. И пистолетом. Стрельба плюс кристалл равно свобода. Отслеживание. Я же пробил. Чё, мне все, что ли, кристалл нужно здесь уничтожить? Ёлки зеленые. Я и так все уничтожил уже. Ну-ка. Так, мне кажется, что мне нужно забраться куда-то наверх.
Вам так не кажется? Да, мне так. Вам так кажется, потому что и мне так кажется, да, логично. О! Ничего себе, там деревья, елки зеленые, там все растет такое, все зелененькое, красивенькое. Музычка заиграла такая, прям радостная. Вот FPS меня совсем не радует. Он прям проседает только в путь вообще. Ему вот волю только, да, и он прям просядет. Что это такое? Надеюсь, инопланетный сплав. Это у нас заставочка получилась через 16 минут после начала записи, через 15. Голодный опять Шангара. Это может позвучать странно, но что моя система, скорее всего, функционирует. Ну, здорово. Не-не-не-не-нет, они все враждебные. Хе, блин. Нифига себе. Они дерутся, и они меня сейчас убьют. Угрохают просто только в путь. Я получил срочное сообщение касательно башни от нашего президента. Ну нифига вы, конечно, серьезные ребята, меня чуть не убили. Вообще, что ли, не думайте своей головой? Мне же жить хочу. О, я понял, как здоровье получать. Все, я понял, что это такое. Так, перезарядочка. Перезарядочка. А это что у нас такое? Это кремний у нас. Кремний это хорошо, наверное. Он очень полезен, наверное. Потому что, ну, блин. Это же кремний. Кремний это... Ого! Из него что делается? Из него не знаю, что делается, но что-то делается. Тихо, не буянь. Обнаружена область. Пойдем отыщем инопланетный сплав, как только я принесу его на корабль. Система автопочинки дротика запустится и станет доступна первая группа возможных улучшений. Отслеживать. Так, а где мне его найти? Просканировать сплав этот. А просканировать сплав можно наверху. А наверху... Ой, извини. А наверху это... Ой-ой-ой, где? А наверху это где-то вон там. Вот FPS, с FPS надо что-то делать. FPS что-то вот очень дико падает. Странно это все, не должно быть такого. Так, что отсканировать? Это вот эту вот ерундушку нужно отсканировать. Ой! Ну, понятно, суперпища, ее надо есть ртом. Думаю, смешать оранжевую субстанцию своим запасом кислорода, то я могла бы усилить ее эффект на твой организм, что позволило бы... Тебе стать приспособленнее к местному климату. Долгосрочное влияние на организм неизвестно, так что есть или не есть, решать тебе. И что, надо сломать ее, что ли? Пожалуйста, сохраните спокойствие, я сижу с твоей физической реакцией. О, у меня палочка здоровья увеличилась, отлично. Так, мне нужно идти вон туда. Вон туда это что значит? Это значит, надо спуститься вниз. Блин, слушай, ну... Прикольная игрушка, на самом деле. Я думаю, что я буду ее записывать. Эта серия будет минут 25, скорее всего, да. Мы сейчас пробежимся, посмотрим, что здесь, к чему и почему. В следующей серии я, наверное, исправлю... Да-да, тихо ты. Углерод, кремний, из них все выпадает, в общем, в принципе. Такие забавные ребята. Да... Кто-то там закричал. Этот кто-то, мне кажется, очень злой. Я вижу вот эту ерундушку. И думаю, что туда попасть очень будет сложно, потому что она... Нет, я в нее стрелять не буду, а то она упадет и все. Так, мне нужно вон туда. Привет. Опа. Что это у нас такое? Непонятно. Так, я знаю, что вот это вот... Да кто там... О, что это такое у нас синенькое? Кремний, да? Нет, углерод. Углерод, очень много углерода. Ну, как много? Не так много, как хотелось бы, но... Но достаточно. Достаточно много по сравнению с обычным нашим, так сказать, уловом на этот углерод. Я не понимаю, как туда подняться. Я думал, что здесь нужно пройти, но оказывается... Ой, ну... Оказывается, нет, оказывается... То, что секрет поблизости, это тоже очень здорово, но...
Где он поблизости может быть-то? Если бы я прятал секрет, я бы спрятал его вон там, потому что туда хрен доберешься. Вот, ну ладно. Дело-то у нас сейчас не в этом, дело в том, как нам добраться вон, во-первых, вон туда. По-хорошему, там надо наверх. А может, карта? Есть здесь карта? Киндекс, флора, список растений, персонаж, инопланетный сплав. Найди инопланетный сплав. Найди инопланетный сплав. А как мне туда пробраться? Мне вот просто интересно. Вон туда 49 метров. 49 метров это, в принципе, не так много, но... Это так кажется, потому что я до туда... Блин, у меня сейчас вообще так... Наверное, нужно забраться повыше. Для начала. А потом пойти... Вон в ту сторону. Нам нужно забраться вон туда. Да хватит меня толкать, дурачки. Кто-то, везде кто-то кряхтит. Ого. Что за дура такая огромная? Она даже не жмурится, пока я в нее стреляю. Но елки-палки. Прыг-прыг. Просмотр журнала, Джей. Заблокирован. Сначала тебе надо спиршковые двигатели. Посмотри подробности в журнале. Это странный, разбитый на части мир. Многие пути пригождают зияющий впадинный провал. Похоже, это самый необходимый переочередной... Первоочередным улучшением должно стать прыжковый ранец. То есть мне нужно что-то еще найти. То есть до туда я не допрыгну. Мне сразу сказали, ты до туда не допрыгнешь и типа, ну, не будь дураком, послушай нас. Мы знаем лучше, допрыгнешь ты до туда или нет, мы сделали эту игру. И уж поверь, лучше нам поверить. Поэтому найди, пожалуйста, сначала прыжковый какой-то ранец, двигатели, там, всякую шляпу, связанную с прыжками, двигателями, ранцами. И тогда потом уже можешь спокойно, совестью и душой бежать туда. В общем, по первым впечатлениям напоминает мне игру No Man's Sky и Subnautica. А еще Dark Souls. Вообще я сдох. Ой. Неужели я допрыгнул? Спасибо тебе. Где? Отлично. Так, куда бежать нужно? 108 метров вон туда. 108 метров вон туда, это будет что у нас? Кто кряхтит, блин? У меня такое чувство постоянно, как будто на кто-то бежит. Чё-то ни хрена себе, куда мне бежать нужно? А как мне до тут достать? Вот этот вопрос. Блин, слушай, я не достану до туда без всяких этих приблуд, да? Вообще не достану ни до куда, потому что у меня нет таких этих приманки какие-то, блин, что так? Эта штука выглядит отвратительно, мягко говоря. А и мягко, и пружинисто. Я не понимаю, эта планета должна быть лишена разумной жизни, но эти... Но эти строения... Вот просканируй... А, просканируй. А, и куда? На дротик могу улететь. А, нет, стой, зачем я на дротик-то полетел? Я что, дурачок, что ли, совсем? Ну, можно с спокойной совестью сказать, что можно закончить серию.
Классно, молодец. Стоп, назад. Предметы. Три любых объекта. Стоп. Назад. Как пользоваться этим принтером, я до сих пор еще не понял. Прыг-прыг, визор. Ранец. Прекратил обслуживание этой модели. Стоп. Снаряжение. То есть, блин, у меня ничего нету, но мне нужно просто находить всякие эти приспособления и после этого приходить сюда, строить из этого из всего, из того, что я нашел, вот эти вот приспособления, исследовать дальше мир. То есть, ну, этим мы делом всем займемся в следующей серии, соответственно, потому что в этой серии мы это все сделать не сможем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых сериях, ребят, всем пока!